Представьтесь, откуда вы, чем занимаетесь? Меня зовут Олег, я из Москвы, программист. Как вы узнали о ювелирных украшениях Пьер? Из рекламы, из соцсетей, где-то там. Почему у вас появилось желание сделать заказ? Искал подходящее кольцо, понравилось на сайте. Как-то все так получилось. А были ли у вас какие-то сомнения или опасения перед заказом? Сомнение было только то, что это было в соцсетях, вот, и вышел на сайт через соцсети, но потом вроде никаких сомнений не было. Хорошо. А сравнивали еще предложения других компаний? Да, я смотрел несколько таких очень популярных компаний, ну, о которых, наверное, все знают, вот, но что-то, да, не нравилось в каждом из них. Какой результат получили? Пока не знаю, наверное, хороший. Девушка ответит лучше. Да. По шкале от 1 до 10, насколько вероятно вы рекомендуете Пьер своим друзьям и знакомым? Да, наверное, на 10. Ну, скорее всего, рекомендую, если спросят. Спасибо. И последний вопрос. Что можете посоветовать людям, которые еще не решились на заказ? Решаться. Спасибо.